грабители! Достаточно жителей издевались над нами! И храмы, может быть, и красивы, но вспомните, на чьих костях они были воздвигнуты. Хватит! Сегодня их царство террора падет! Ура! 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 Деда, мне нужна помощь! Зови меня милорд, дитя. Что тебе нужно? О, люди затевают войну! Останови их! Глупец! Не бывать миру, пока в нем есть жители. Откуда ты знаешь? Это их прихоть. И пока мы здесь, они будут желать нам смерти. Что случилось? Я расскажу тебе историю, но не жди в ней счастливый конец. Я родился уродом. О, пускай у него будет твой нос. И твои глаза. Что это такое? За что я могу сказать спасибо предкам? Они оставили меня в живых. В забвении, голоде и жажде, но в живых. И когда меня уже нельзя было спрятать, они стали думать, что со мной делать. Админ сказал, город перерос свои фермы. Грядет голод. Может быть, не убивать же его! Взгляни на его лицо! Оставить в живых такой чистый эгоизм! Их взгляды сверлили друг друга, но не дверь. Не знаю, чего мне хотелось. Вкусной ли еды, друзей. Я решил спросить карликов, играющих с луками. Привет! Первых детей, которых я когда-либо встречал. Что это за штука? Оно заразное? А можно поиграть с вами, ребята? Фух, оно разговаривает! Убьем его, пока не заразились! Стойте, за что вы так со мной? Оно слишком сильное! Нам нужна огневая поддержка! Давай! Убирайся отсюда, урод! Ладно, я ухожу! Леса я видел в книжках на картинках, но эти были другими. Они были гнусными и коварными. Я бродил весь день, пока не наступила ночь. У меня не было выбора, кроме как бежать все глубже в чащу. Я уже думал, настал мой конец. Что? Кто? Больше привлечешь! Ты кто? Я сказала тш! Это место полно монстров! Хочешь жить? Иди за мной! Пошли, чего стоим? Раньше мне так никогда не говорили. Хотел ли я жить? У меня не было ни друзей, ни семьи, ни дома. Может, на том свете было бы лучше. Но остаться в живых тоже не так уж и плохо. Поэтому я доверился незнакомке. Это было моей первой ошибкой. Восходит солнце! Фух, теперь мы спасены. Так и кто ты такая? И почему спасла меня? Меня зовут Аша. И я покажу тебе. А, так ты прямо как я! Я думала, я одна такая. Вечность прошла с тех пор, как мои предки меня бросили. И с тех самых пор я скитаюсь одна. А это трудно? Все время одиноким жить здесь. Ты не будешь. Ты права. Мы построим свой дом, такой большой и крутой, какой сами пожелаем. Но я не знаю, как строить. А я знаю. Мои предки спроектировали все дома в деревне. Но наш дом будет даже больше. Огромный особняк со всеми видами ловушек и нычек. Просто сруби дерево и повторяй за мной. Это действительно было так, но, конечно же, это было ненадолго. Что это? Я не знаю!
Просто спрячься за мной. Спасайся! Нет, не каждому можно доверять свой страх. Что противоположно страху? Не смей! Если не доверишься, как нам дружить? Он просто ищет, где переночевать. Я построю хлев. Всем, кого это касается, по священному указу жителей, эта земля будет изъята под новое жилье и сельхозугодья? Да они весь лес хотят срубить! Под пшеницу и свеклу! Перенаселение... Все эти люди есть хотят! Нас уж точно не съедят! Мы будем сражаться, слышишь? Мы дадим отпор! Аша! Что случилось? Кто? Мы заставим вас передумать, серые уродцы. Занесите ее в дом! Дайте ей хлеба! Ей срочно нужно ХП! Все хорошо. У нас даже пшеницы не засеяно. Тогда сходи и убей коров! Не надо. Все хорошо. Стрела была... зачарена. Что это значит? На силу 5. Я правда сильно облажалась. Не снаружи. Еда тут не поможет. Лучше бы мы никогда не встречались. Нет. Нет. Ты даже не представляешь, как здорово после стольких лет скитаний наконец-то построить что-то. Этот особняк, он особенный. Защити его любой ценой. Что? Хей, что противоположно страху? Нет, Аша, стой! Никогда! Вы слышите? Вы получите эту землю только через наши трупы! Какая жалость. На раздумье, у вас времени до заката. У нас нет ни шанса против их армии. Да, ты прав. Если не найдем оружие получше. Но у нас только 2 алмаза. Этого достаточно для меча. Вы хоть знаете, как его делать? Научусь. Давай. Ну же! Милорд, придется отступать в лес. Солнце село. Жители могут напасть в любую минуту. Укрепите стены особняка. Все будет готово, я обещаю. Иди! Нет, все хорошо. Я справлюсь. Надо только скрафтить что-то. А теперь в атаку! Нет. Нет, нет! В тот момент я хотел бежать. Но я знал, что должен сделать. И пока жители заняты разрушением моего дома, у меня появилась прекрасная возможность. Это... ты! Скучали? Стой! Прошу тебя, не делай это! В ту ночь пленных мы не брали. Как и ни в одну следующую. Жители хотели наш лес? Ладно! Мы заберем их города, их деревни, их мир! Их жизни! Все, что они настроили, мы разграбим! Теперь ты понимаешь, дитя? Вот почему не будет мира! Вот почему ты должен уничтожить всех жителей! Но я... все другие такие большие! А я буду совсем один! Но ты не будешь! О!
да! Я отомщу за тебя, деда! И за твою руку! Я их всех перережу! Ха-х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 а